Всем привет! Вы на канале Zalemax Games, и я со своими помощниками играю в Щенячий Патруль, который спешит, как всегда, на помощь. Всем приятного просмотра, всем, кому понравится наша сегодняшняя серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, комментируйте. В этой миссии мы будем спасать большого кита, который оказался у нас на пляже, выброшенный на пляж с воды. Наши щенки спешат на помощь. У нас большая проблема. Капитан Палтус увидел о том, что кит выбросился на пляж, и, конечно же, у него вроде бы упала веревка в море. Я так думаю, что мы также будем доставать еще и веревку с моря. Здесь у нас будут участвовать Маршал, Зума, будут участвовать двое щенков. Маловато, но... Значит, они все по зубам. Гонщик! Чейз! И первый начинает, конечно же, Маршал. Друзья, как обычно, мы собираем вкусняшки, косточки для наших щенков. Собираем 5 значков щенячьего патруля и спешим помочь нашему киту. Сегодня мы убиваем в порту. Как перебраться дальше? Наверное, будем использовать реактивный ранец с помощью воды. Вот это да! Продолжай дальше. Чтобы пойти дальше, мы должны немножко поднять вот этот ящик и быстро под ним пробежать. Давай, Маша, бегом, бегом. Отлично, мы уже почти на месте. Ты нашел первый значок на щенячьего патруля. Мы нашли еще второй значок. Я даже не думал, что он там будет, но оказалось да. Дальше используем опять реактивный ранец с помощью воды, чтобы перебраться на ту сторону. Collect
all the pup treats in a mission to earn special pup treat awards. The birds are blocking the path. We need Chase to move them off the road. Так, нам мешает перебраться на ту сторону чайки. Надо использовать помощь и вызвать Чиза, он же гонщик. Отлично, ты можешь продолжать дорогу дальше. A golden paw print. You got it. Collect all of the golden paw prints that you find. Так, отлично. Мы нашли с тобой третий значок. Осталось всего еще два. Collect all the pup treats you find to earn pup treat awards when we get back to the lookout. Pick the pup ability that you... Перебираемся на ту сторону. That's great! Find all the pup treats that you can. We found the whale. Now Marshall can use his water cannons to так, keep the whale wet. Кита. Pick the pup ability that you need to use. Что использовать? Может быть, использовать воду, да? You did it! Aim the water stream by moving the left stick. Perfect! Как ему хорошо Almost его there. Поливать с водички. That's it! Now that Marshall is keeping the whale wet, it's Zuma's turn. Help him dive into the bay to get the super strong whale rope and give it to Captain Turbot. А теперь у нас, конечно же, Зума. Еще нужно помочь капитану Палтосу. Потому что он уронил веревку в море. Так, нам нужно каким-то образом опустить мост. Что для этого мы используем? Может быть, подводное плавание? Нет. Так, интересно, что это такое? Просто нужно было нырнуть под воду и... нырнуть за веревкой. Keep moving to help Zuma find Captain Turbot's rope under the water and bring it back to him. Collect all the pup treats in a mission to earn special pup treat awards. To pull the rope to the ящик. Left, move the left stick. Подним. Так, пока он опускается, быстренько пробегаем. Потому что ящик опускается. Great job, we're almost there. Так, отличная работа, мы уже почти на месте. Which pup ability should... Так, ныряем за веревкой. Чтобы потом опустить мост. Так, а вот здесь я думаю, что мы будем нырять именно с аквалангом. Bumping into them will slow Zuma down. Ride the water currents.
Отличная работа, Зума. Осталось совсем немножко. Осторожно, только-только не врежься в его. Мы собрали все 5 значков. Идеальная работа. Нашим щенкам все по зубам. Ты собрал все 200 косточек. Молодец. Alright, you help Zuma zoom through the water. Друзья, мы спасли нашего кита, помогли, конечно, капитану Палтусу и выполнили новое задание. You got all of the golden paw prints! And unlocked the picture for this rescue mission! You can see the pictures again by highlighting the rescue mission and pressing the Y button! Hubs, we've got a new mission! Save a whale! Следующая миссия у нас будет спасение черепашек. А сегодня у нас было спасение кита. Всем, кому понравилось мое прохождение и эта игрушка, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Мне важно ваше мнение, отзывы, хотелось бы почитать, и я, конечно же, постараюсь ответить на них. С вами был Zalimax Games. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.